13:06. Добрый день. Микрофон у Владимир Сметанин. Сегодня мы услышим особое мнение Михаила Ковязина, депутата текущего 6-го созыва Кировской городской думы. Михаил, добрый день. Добрый день. Посмотрим на окно и начнем, пожалуй, за окно, вернее. Начнем, пожалуй, с этого. Вот снова снежный удар очередной. В новостях сегодня повсеместно идет информация о том, что прокуратура города Кирова вынесла представление на имя главы администрации города за плохую уборку улиц, тротуаров, дворов, крыш. По мнению прокуратуры, чиновники администрации спустя рукава относятся к своим обязанностям по контролю за содержанием городской территории, за состоянием городской территории. Управляющие компании плохо работают. Генеральный подрядчик «Гордормосстрой» плохо следит за подрядными организациями и не требует устранения нарушений. В общем, как говорится, куда ни кинь, везде клин. Вот что еще должно произойти и взбодрит ли, так сказать, это представление прокурорское, вот эту систему уборки нашего города? Ну, взбодрит, должно взбодрить, я на это очень надеюсь. На самом деле, в этом году я, ну, слышал там разные точки зрения, что стало лучше, стало хуже или стало так же, осталось так же, и вообще во всем виновата погода, но я хочу сказать, что на самом деле, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, из того, что я вижу с учетом обращений жителей нашего округа, ситуация в этом году точно не лучше, чем в прошлом, потому что на самом деле проблемы очистки улиц, они начались еще до вот этих массовых снегопадов. Уже первые обращения ко мне начались уже в конце ноября, то есть просто с начала... Когда снега-то еще толком... Когда снега не было, ну, конец ноября, декабрь, то есть когда первый снег, просто это за счет того, что, безусловно, там, в первую очередь, окраина, то есть особо, ну, это поселок Ганино, это частный сектор как раз около улицы Луганской, то есть они ощутили это раньше, чем другие, просто, опять же, там, не будем сейчас, может быть, сильно говорить о том, что почему так произошло, я расскажу там о том, что это происходит. Действительно, проблема хуже. Просто сейчас за счет того, что погода усугубила эту ситуацию, коснулась и центральных улиц. Там, коснулась вплоть до того, что, ну, я там уже часто говорю, я очень люблю ездить на общественном транспорте. Там, вот, и для того, чтобы видеть ситуацию оттуда, там, позавчера, поздно вечером, там, автобус не мог подняться в горку. Это, ну, когда есть, весь город встал. Это когда город встал, но он не мог подняться в горку, потому что снега было столько на Карла Маркса, около Тяжмаша. Вот. Но, тем не менее, пассажиры вышли и чуть ли не хотели выталкивать. Ну, благо, разум возобладал, и автобус не затолкать. Но я просто к тому, что погода усугубила проблему, но она была, потому что, на самом деле, об этом говорят там, в том числе там, и водители такси, о том, они тоже точно достаточно объективны, они сравнивают каждый год, и они говорят, в этом году точно хуже, то есть, возможно, улицы центральные чистятся, но, опять же, это та категория, которая видит картину и во дворах, и видит картину во дворах во всем, во всем городе, и они говорят, ну, точно стало не лучше, понятно, что валят там на... там нового подрядчика там из Казани, но это, говорю, это все уже там домыслы, слухи, там вот картина такова, что жители в массе, ну, скажем, в моем округе там обратили, ну, говорят о том, что стало хуже, чем в прошлом году. По ряду дворов, хочу сказать, наоборот, ситуация несколько иная, потому что прошлый год, наверное, показал ряду управляющих компаний, там, ТСЖ, если это там ТСЖ, что к этому нужно готовиться заранее, смотреть за погодой, поэтому ситуация не везде такая. Я сейчас говорю в первую очередь, говорил о том, что это муниципальные дороги, те, которые обслуживают муниципально. По дворам картина, безусловно, она зависит не уже от других факторов. От чего, если пояснить? Ну вот вопрос про управляющую компанию. За счет чего это улучшение произошло? Ну, безусловно, люди, все равно мы живем в таком мире, когда там, ну, один раз наступил на грабли, два, ну, на третий ты вместо, ну, грабли отстанешь в сторону, поэтому все равно ситуация с управлением домами медленно, но улучшается, поэтому, безусловно, люди делают вывод, требуют больше, если нет такой отдачи, идут в другую управляющую компанию, в ТСЖ, потому что, ну, есть действительно дворы, которые там, несмотря вот на эту погоду, они позволяют себе, ну, точнее, могут сделать двор, что он там проездной, и люди особо не жалуются. А есть те, которые мы не будем там сейчас уже делать рекламу, но, да, которые по-прежнему получают штрафы за
сосульки, неубранная там крыша, как и год назад, как и два года назад. Ну, буквально на прошлой неделе, по-моему, новость появлялась о том, что вдруг в администрации обнаружились какие-то шероховатости вот этого контракта на 800 миллионов с Гордурмостроем. Якобы там очень незначительная цифра по объему вывозки снега из города. Да. Илья Шульгин в очередной раз там стрелы свои гневные рассылал. Как так такое возможно? Мы все надеемся, что заключив контракт на 20 месяцев, мы там придем к чему-то более лучшему, и тут вскрывается такой момент негативный. Общественники про это тоже писали, о том, про моменты контракта. Результат мы еще, говорю, видим, что даже центральные улицы, они гребутся, но вот того вывоза снега, который даже был год назад, его нет. Если проехаться, например, по улице Пролетарского в районе центрального рынка, то в начале этой недели снег просто сгребли в трехметровой куче. Я видел в соцсетях. Да, вывести денег нет. Ну, то есть, уже там, очевидно, это связано как раз с действием контракта. То есть, улицы прогребены, это да. Вот, но снег лежит. И так во многих, в том числе там улицах, просто здесь это было явно видно, потому что грести некуда. Вот, на крупных магистралях действительно там его сгребают, там что-то ввозится, но этого недостаточно. Проблема такая есть. Я сегодня утром немного проехался по городу, видел несколько таких незначительных аварий. Вот опять же, эти снежные валы, да, которые не убираются, когда человек, например, выезжает из двора и не видит, что по главной дороге уже приближаются автомобили, тут они встречаются. То есть небольшое, слава богу, столкновение, либо где-то еще. Юристы, опять-таки, уверены, да, что если массово заваливать жалобами и представить претензии в адрес дорожников, что ДТП именно по их вине произошло, то это тоже может быть действенный метод. Не знаю, как вы посмотрим, к этому относитесь? Посмотрим, как ситуация будет решаться. Есть же, как раз если говорить про мой микрорайон, это там серия аварий на путепроводе на Октябрьском проспекте, как раз на углу Октябрьского проспекта и Дзержинского. Там ежедневно. Да, там колея, мы про это там тоже еще в прошлом году говорили, там колея просто практически как траншея, я образно говорю, сейчас, безусловно, там не вопрос не в сантиметрах, она точно не укладывается в нормативы, и опять же, это участок дороги включен в ремонт в этот год, то есть проблема ее устранят, но она сейчас появилась, и в том числе там при перестроении из ряда в ряд происходят те нелепые аварии, которые есть. Насколько я знаю, там сейчас активно решается вопрос там в юридическом моменте, чтобы найти виновата, в том числе там в дорожниках, там повесили знак сначала. Знаки все-таки повесили, неровная дорога висит, ограничение скорости, я, честно скажу, не обратил внимания, но, говорят, тоже повесили. Вот, но вчера я снова ехал, и снова там было небольшое ДТП, так что, причем на путепроводе, то есть это такая проблема регулярная, опять же, в том числе она, проблема в том, что за счет того, что улицы прогребаются, но снег не успевает вывозиться, там дорога сужается, а при условии колеи, то есть это в геометрической прогрессии увеличивает там проблему, потому что если есть колея, но дорога стала уже, то есть ты невольно начинаешь из этой колеи выталкивать снег, который стоит сбоку, происходят те казусы, которые, наверное, происходят. Так что проблема такая, безусловно, есть. Я надеюсь, юридический там момент, он повлияет, в том числе, если там гражданский долг все же побудит действовать в этом направлении, а не просто говорить. Перед тем, как сейчас паузу небольшую сделать всем участникам дорожного движения в данный момент, сегодня пожелаем быть внимательными, потому что при таких условиях, конечно, намного больше вероятность каких-то инцидентов, так что будьте осторожны. Михаил Ковязин, депутат текущего 6-го созыва Кировской городской думы. Пауза сейчас будет полминуты, и мы вернемся. Продолжаем наш разговор с Михаилом Ковязиным. Напоминаю, что депутат Гордумы Михаил Ковязин представляет Филейку, 12-й округ. С Филейкой очень много новостей связано в последнее время. Я не могу у вас не поинтересоваться. Я имею в виду, конечно же, 90-литровый трамплин. То его будут сносить, то его не будут сносить. Но вот вроде как окончательное решение, которое на сегодняшний момент принял глава администрации Илья Шульгин, еще раз комплексно обследовать этот грандиознейший объект по размерам. Построен он был, если не ошибаюсь, в начале 50-х годов 20 века. Да, был самый крупный в Европе. Да, в 51-м году, по-моему, в Википедии дата стоит. Одним из самых первых в Советском Союзе подобным объектом он был. В общем, вы знаете, это
добавляет такой значимости, авторитета, да, вот именно кировскому спорту. Но он и зародил много объектов, там гостиница «Спутник», там и вообще вот весь этот комплекс. Он соревнования самого высокого масштаба, принимал этот трамплин. И вот сейчас решили, сносить или не сносить. В 2017 году Витрувий проводил экспертизу. Интересные, на мой взгляд, такие выводы. Да, он аварийный. С другой стороны, если подлатать, то можно вот как-то, да. Мне хочется каких-то более конкретных все-таки результатов. В общем, что жители Филейки-то думают? Нужен он самим жителям? Как относится память какая-то, не знаю, в перспективе видят его возрожденным этот объект, использующимся активно? Ну, на мой взгляд, там, что возмутило в этой ситуации, в первую очередь, почему такой резонанс возник, это что, опять же, все произошло неожиданно. То есть, да, была действительно экспертиза, но она была, как вы правильно сказали, там, достаточно давно, ну, относительно, точнее, давно, и прозвучало как уже решение о сносе, как бы для всех, как... Свершившийся факт. И это в первую очередь возмутило, потому что на самом деле, там, проживая недалеко, там, безусловно, это такой знаковый центр, там, в том числе как самолет, там, как, не знаю, памятник Кирова-Уцума в свое время. Ну, то есть, как бы, это такие точки, которые, ну, помимо привязки, имеют некие такие ностальгические вещи. Там, кто-то занимался там непосредственно. Там, поэтому вопрос, объект давно не эксплуатировался по своему прямому назначению, это правда. Если не брать там зимнее скалолазание, да, то все остальное, он действительно стоит, причем есть случаи, когда дети забираются, там получают травмы и так далее. Вот, вопрос, что жители хотели бы принимать в этом участие, поэтому я поддерживаю решение там главы по поводу того, что нужна еще раз это взвешенный анализ, а дальше решать, потому что на самом деле с точки зрения уже дальнейшей там, судьбы трамплина, нужно взвесить все за и против, потому что точно не надо цепляться за те вещи, которые нас будут тормозить там назад, но нужно точно, ну и нужно все взвесить, потому что сейчас, безусловно, там мы должны оценивать и экономические факторы, и социальные. Жители, безусловно, в идеале, если убрать денежные вопросы, хотели бы, чтобы трамплин не просто остался как монумент, а чтобы он функционировал как объект. Потому что, безусловно, это привлечет и внимание, и будет развиваться инфраструктура. Как бы, вот, и... Но мы же понимаем, что это огромное вливание в этом случае, да. Если мы будем его возрождать, реконструировать. Школа нужна соответствующая, да, с развитием прыжков. Конечно, трамплина. Поэтому, если говорить про финансы, то, безусловно, там, у меня позиция всегда такая, я не сторонник там, тратить бюджетные средства на какие-то узкие моменты, нужно поднимать инфраструктуру. Я бы, конечно, обратился в первую очередь там, в поисках какого-то социального партнера, спонсора, потому что, на самом деле, мы видим, что ситуация в Вересниках по манежу, она решилась несколько иным способом, не в первую очередь не за счет бюджетных. Вы имеете в виду инвестиции, да, Газпрома? Абсолютно, да? Верно, я про это и говорю. Поэтому если вот туда направить усилия, повторюсь, после, естественно, проведения экспертизы, чтобы была уже какая-то конкретика, то вот здесь, безусловно, там двумя руками за, вот, потому что там... Что, ну, если инспектор показывает, что что-то можно изменить там, и впустить его в ход, здорово. Ну, опять же, я бы здесь искал бы какого-то социального партнера, инвестора, там, потому что этот объект будет достаточно значим. Я думаю, что здесь можно для него, для инвестора, получить какой-то результат. Угу. Ну, давайте посмотрим в будущее. Если все-таки экспертиза, эксперты примут решение, все, снести, запятая, нельзя оставить. Как вы воспримите эту новость? Ну, с сожалением. Но, да, с сожалением, наверное, как и большинство жителей. Но, еще раз говорю, там, если другого варианта нет, ну, нужно будет двигаться дальше. Вот, потому что таких же много было достаточно знаковых моментов. Хорошо, что отстояли самолет, в свое время тоже хотели его снести. Опять же, не потому, что там какие-то мега-коммерческие интересы, потому что в текущем состоянии, насколько я там, слышал информацию, безусловно, я там не технический эксперт, о том, что его состояние такое, что там можно нанести какой-то урон, там, нашли решение, там, сняли двигатели, что-то облегчили, но он сейчас используется просто как архитектурный объект. Это в свое время
использовался там... кинотеатр «Аленок», там потом было кафе, потом ну, почти кафе, ну и так далее. Там. Поэтому решение такое, там, какое будет по трамплину, потому что все-таки же это более серьезное вливание, более серьезный там, урон, если все-таки же там, произойдет какое-то, не дай бог, разрушение, то надо взвешивать, но как бы мир не стоит на месте, нужно двигаться дальше. То есть хотелось бы, конечно же, по максимуму этот объект реализовывать, если получится. Ну, кстати, заявлено о том, что рабочая группа будет создана в марте как раз, да, по исследованию этого высокого объекта. Меня вот немножко цепляет то, что не обозначен конечный срок, когда все-таки оно должно вынести свое решение. Потому что хотя бы понимать, что это опять не затянулось на какое-то долгое время, что все-таки мы определились уже, да? Важна конкретика, наверное, вам тоже в данном случае. Ну, я думаю, что сроки, наверное, как раз определить та рабочая группа, которая будет создана. Безусловно, без сроков процесс опять там уйдет в некое такое безвременное пространство. Да, кстати, я напомнить хочу слушателям, что вы тоже можете задавать вопросы гостю особого мнения. Это Михаил Ковезин, напоминаю, депутат Кировской городской думы. На сайте kirova.ru на главной странице в верхнем правом углу есть специальная форма для того, чтобы вы оставляли свои вопросы. Слежу, если появится, то обязательно озвучу. Вот что сегодня Михаил написал на своей странице в соцсети. С 1 февраля в своей семье стали учитывать объем мусора, который генерит семья из 4 человек. По итогам февраля расскажу, сколько получилось. Это вы зачем такой квест затеяли? Ну, давайте сейчас к мусорной теме перейдем. К мусорной теме. Ну, это по поводу тарифа, потому что на самом деле это после дорог, наверное, самая значимая тема, которую задают. Вот, потому что там, начиная от того, что не совсем прозрачен тариф и расписан так подробно, как, наверное, хотелось бы жителям. Там, все уже понимают, сколько будет платить. Вы сейчас тариф имеете в виду вот, по 5 рублей с человека или тот? Нет, за кубометр. Поэтому сейчас там ряд, я знаю, средств массовой информации, там, активистов, опять же, там начали считать для того, чтобы просто хотя бы... Это инструмент сработает, если таких будет сотни. Опять же, это не изменит, наверное, тариф просто так, потому что нужно идти через юридическую плоскость. Но это хотя бы даст какую-то там точку отправления описания, потому что, понятно, в тарифе есть инвестиционная составляющая, транспорт и так далее. Но не взяли январь, потому что январь очень специфичный месяц, взяли февраль, более того, добавим 10%, потому что январь, февраль короткий. Вот, считаем кубометры, там прямо вот каждый мешочек там... Вот, пересчитываем, поэтому, ну, с какой-то погрешностью, поэтому, безусловно, плюем в большую сторону, но мне самому интересно, насколько это будет связано с тем тарифом, который есть, потому что про тариф, там, ну, действительно, вопросов много, и даже не только про метры, там, да, потому что, опять же, ну, жители частного сектора, которых у меня очень много, то есть они же, ну, они рассуждают вполне практично. Они говорят, ладно, вы городские там валите и не считаете. Мы-то все видим. У нас был заключен тариф на индивидуальный вывоз мусора прямо индивидуальных бачков. То есть, следовательно, если я заключил договор, в зависимости от того объема, который есть, я точно знаю, что, и точнее компания, с кем я заключил, она точно меня не возьмет больше. И если, следовательно, там, если я платил... квартал там 200-300 рублей, в зависимости от объема, то теперь я буду платить в несколько раз больше, что изменилось. Более того, там, если раньше они мне подъезжали к дому, нужно было, мне, моя задача просто вовремя выставить этот бачок пластиковый, там, вот, то теперь... 2 раза в месяц, по-моему, и приемлемая там, зависимо от объема. Заключишь? Да, он говорит, ну, вот, с кем я общался, 2 раза в месяц, есть такой договор, есть вся, да, там, все расчеты есть, там, да. Сейчас нужно мало того, что этого нет, то есть сумма стала больше. Поставить, ну, по расчетам, которые сейчас появились, это один бачок, его точно не хватит. Вот, значит, ну, например, в частном случае Слобода Сергеева, и для ряда домов, чтобы дойти до бачка, там, ну, расстояние практически чуть не с километр. Там, для людей пожилого возраста это третья проблема, это частные, это садоводческие товарищи, которые находятся раньше. Вот, они точно заметят, где этот бачок есть, и, следовательно, там, бачка зимой-то не хватает, летом ее точно не будет хватать, потому что появятся еще дополнительные потребители этого контейнера, поэтому вопросов масса. Ну, это вот как бы один из кусочков. Я уже не говорю о том, что там еще есть другие вопросы, в том числе, почему за метр, а не с человека. Как бы, да, ну, вот как бы проблема существует. Мы стараемся там сейчас, там, безусловно, все
И у нас намечено там в марте месяце, там, в том числе в Думе, обсуждение этого вопроса, когда уже будут... В рамках комиссии? В рамках комиссии там и Думы, да, там глава города там предложила март, там, не февраль, для того, чтобы еще там больше было информации первичной, потому что чтобы появились квитанции, какие-то были вопросы, там, поэтому это точно, про этот вопрос не забыли, вот, но пока и готового ответа, ну, лично у меня пока нет, поэтому мы, ну, такой эксперимент внутри семьи затеяли, для того, чтобы для себя определить, хотя бы когда будет тариф расшифрован, в том числе, там, какой кубомет заявлен на человека, насколько он близок, потому что, повторюсь, там, каждая семья генерирует, ну, что мне люди говорят, там, обращается, что я живу один, мусор выношу раз в неделю. Возможно, это правда. Там, у нас вот в нашей семье так не получается. Там, раз в неделю, ежедневно. Более того, есть случаи, когда два раза в день. Как бы, ну, еще раз говорю. Ну, поэтому важна статистика. Важна статистика, да, там, поэтому в этом плане. В общем, вы эти данные, когда февраль закончится, будете так для иллюстрации использовать. Просто, да. Вот да. Смотрите, вот да. Семье или четыре человека. Для себя, вот внутреннего ощущения. Да. Внутреннего ощущения. А по тарифу для юридических лиц вы погружены в эти вопросы? Ну, на основной работе мы заключили договор. Юрлиц тоже тут да. Очень обеспокоены суммами. Да, мы заключили договор, и опять же, там целая история, как мы его заключили, потому что пока, ну, просто там не добились того, чтобы с нами заключили договор. Там история, ну, понятно, шквал потребителей, не всегда может быть готовность там, абонентского отдела с этим справиться. Договор заключен, сумма значительно больше, как бы, да, но опять же, мы, работая в банке, там все-таки же мы не предприятие Росчинторговли, то есть у нас объемы не такие, поэтому мы, наверное, я все-таки же пока вижу эту ситуацию со стороны, потому что для нас сумма увеличилась, но не так сильно, как, наверное, для предприятий, которые... Для торговых точек. Для торговых точек. Для них-то, наверное, эта цифра выросла больше. Причем, ну и проблема обострилась, потому что если и раньше жители жаловались на предприятия там розничной торговли, не будем опять же называть их, которые несут мусор в их бачки, имеется под их, ну, это под наши явления, да. Вот, да. То теперь, но при этом сумма же была очень, ну, такая незаметна внутри содержания там жилья в тарифе, там у кого-то 1,5 рубля, у кого-то 3, там вот, ну, там в нашем доме это было порядка, например, 2 рублей, там вместо текущих почти 5. Но это было незаметно, то теперь-то люди говорят, это мой бачок. Поэтому, наверное, еще один из вопросов, это привязка информации, которая пока не является такой системной, во всяком случае, я и не владею. То есть, если появились информация по нахождению контейнеров для твердых бытовых отходов, то особенно в нашем Кирове, в многоквартирных домах, нет четкой привязки все-таки же, где какой контейнер какого дома. Тогда можно было бы свести ситуацию следующую, там вообще, почему он один или два, и сколько мы платим. Ну, то есть, ну, вроде как Министерство ЖКХ настояло на том, чтобы к 1 апреля ГИС, ну, ГИС ЖКХ, интерактивная, да, карта появилась. Будем ждать, пока, это пока, да, я, пока, да, это есть, раз, потому что жители-то же потом задают следующий вопрос. Раз это мой бачок, значит, мы поставим камеру, замок, ну, то есть, вот, дойдет до туда, хотя, безусловно, там не стоит, наверное, там, доходить до каких-то таких вещей, потому что... Но проблема есть, назовем. Это показывает, что проблема, безусловно, существует. Ее нужно точно решать. И отчасти она лежит, опять же, в области непрозрачности, потому что четкого ответа, точнее, массовых публикаций, из чего состоит тариф именно транспортный, почему мы написали в том числе запрос в РСТ, там, да, его нет. То есть, да, озвучили, что туда входит ряд компонентов, люди это понимают, но четкого там... что в этом тарифе столько, такой-то процент или столько-то рублей заложено на транспорт, потому что вот так, на это, потому что вот так, потому что третья же, еще одна проблема, это разделение, сбор там разделенного мусора, там, раздельный сбор. Да, раздельный сбор мусора, значит, потому что он исчез, там, и, следовательно, ну, где же реформа, стало хуже, то есть раньше стояли, ну, условно стояли бачки, потому что, опять же, не по, там, со слов жителей, там, это не проверенная информация, что все равно их везли на один полигон, но теперь и эти бачки, то есть сейчас даже сказали, что да, нет раздельного сбора, но при этом какая-то реформа происходит. Говорят, что там, в том числе федеральный центр настаивает на том, чтобы раздельный мусор существовал и был таким четким, и прямо вот в этом году
Это да. Правило должно быть и действовать. Я но не знаю, как... Как выглядит сейчас со стороны. Да. Сейчас даже как со стороны выглядит. Что, в принципе, средства центральные каналы говорят о том, что показывают, более того, заводы там, в Нижегородской области и так далее, где все это происходит. Все понимают, что у нас этого нет. И со стороны, опять же, там, и, там, когда я общаюсь, они говорят, ну это же, по сути дела, за наш счет делается там, какой-то бизнес. То есть, как бы, сейчас ничего нет. Соберутся у нас деньги, построят заводы, будут получать прибыль, все сейчас замечательно. Но почему за наш счет? То есть почему не в начале заводы, а потом уже тариф? Там, да, почему вот так? Потому что сейчас-то ведь пока ничего не произошло, и где эта инвестиционная составляющая, как она будет отражаться, мы хотели бы видеть, куда идут наши деньги. Так, нам нужно сделать небольшую паузу. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Через полторы минуты мы продолжим нашу беседу. Есть у нас еще 10 минут на беседу. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Давайте про мусор все-таки еще немножко поговорим. В плане протестной активности. 3 февраля, да, прошел у нас митинг в рамках общероссийской акции. 17 февраля, если я не ошибаюсь, парламентские партии, парламентская оппозиция, так называемая, собирается устроить, да, очередное мероприятие. Вам известно об этом? Ну да, там да. Есть такие обсуждения. Чем вот. Единым фронтом ЛДПР, КПРФ и Справедливая Русь собираются выступить? Ну, проблема, потому что есть. Еще раз говорю, там она даже затмила с собой пенсионную реформу, там, которая прошла в прошлом году и как-то тихонечко сошла на нет в виде протестных выступлений. Угу. Вот, и, безусловно, мне кажется, она фундамент создала просто. Ну, там, к сожалению, да, не, ну, к сожалению, она действительно, почему, ну, в обсуждении, ну, сейчас не про это, там, она не стала так актуальна, хотя она никуда не делась, вот, не хотелось бы, чтобы с этой реформой произошло точно так же, поэтому, наверное, безусловно, через пикеты не, там, задача пикетов акций – это обратить на это внимание, показать социальную значимость. Uh-huh. Потому что, безусловно, там, наверное, большинство понимает, что там, власть после пикетов, если они просто пройдут, ничего менять не будет. То есть это вопрос резонанса, это вопрос обращения. Это как плачущий ребенок. То есть там, да, он обозначил, что-то не так, там, что-то должно случиться. Поэтому, безусловно, это вопрос очень важный. К сожалению... Активность, на мой взгляд, все равно недостаточная, вот, в том числе... Ну, 300 человек 3 февраля, по официальным данным, да? Да, 300, но было... если брать данные по социальным сетям, я имею в виду, сколько проблематика в социальных сетях, но она явно больше, просто, опять же, ну, наверное, время другое сейчас, там, время не начало, там, 20 века, время другое, люди готовы больше обсуждать в интернете, вот, но проблема, безусловно, существует, мы будем обращать на нее внимание. Вот, ну, еще раз говорю, понимая, что это факт свершившийся, там надо просто сейчас сделать все, что в наших силах, чтобы для жителей минимизировать те потери, которые они получили, потому что на самом деле сейчас пока на фоне роста еще текущих тарифов, которые есть, угу. Безусловно, там эта реформа по обращению с ТБО, она привела только к тому, что еще больше удар по кошельку, там, в том числе там, по кошельку пенсионеров, там, про которых тоже там, сейчас активно обсуждают, что а зачем такие занимать большие квартиры, значит, съезжайте в маленькие. Ну, то есть, как бы, точно проблема не в том. Ну, не так говорится, но об этом. То есть, когда, ну, просто когда обсуждался там, почему же с метра, ну, вроде, а зачем жить в таких особняках, там, нужно жить где-нибудь попроще, тогда и платить будете поменьше. И как сказала одна моя избирательница, судя по стоимости тарифа, у меня каждая половица – это просто мешок с пылью, там, который я должна регулярно выкидывать, хотя она живет одна в трехкомнатной квартире. И ее, к слову говоря, эта ситуация побудила к тому, что она сейчас продает квартиру и собирается покупать себе однокомнатную или малосемейку. Даже настолько? Ну, у нее это была последняя точка. Но она живет одна, дети взрослые, там, и, следовательно, коммунальные платежи растут. Но а сколько говорит, квадратов? Ну, трехкомнатная, значит, где-то порядка, наверное, там, 70 квадратов. Ну, у меня, 80. У меня, к примеру, там, трехкомнатная хрущевка, да, стандартная, 60 квадратных метров, это получается, ну, 300 рублей. Да. Пенсионерка, то есть для нее каждая там копейка на счету, там она к тому же еще инвалид, там, вот, поэтому, безусловно, для нее это важно.
Вот. Понятно, что это больше эмоциональная составляющая, но она понимает, что в разговоре что-нибудь лучше не будет. Поэтому как бы... Там, в общем, последняя капля. Пока последняя капля, да, чтобы как-то оптимизировать свои расходы. И, безусловно, мы на это будем обращать внимание, разбираться, почему так. Потому что, опять же, мы живем в таком прекрасном времени, когда можно легко получить информацию по другим регионам в том числе. И люди читают, то есть вопросы, почему у нас дороже, чем в других регионах, и на вопрос, а там дотация, а там не дотация, ну, как бы, неважно. То есть, почему у нас хуже, чем в других, чем мы хуже. Безусловно, ситуация должна быть какой-то там объяснимой, и почему это должно быть сделано. Потому что, там, еще раз говорю, если там что-то меняется, становится дороже, мы должны понимать, почему. Мы ездим, летаем на самолетах, понимая, почему платим дороже, чем на поездах. Но если мы будем ездить на поезде по цене самолета в плацкарте, ну, люди задают вопрос, а что изменилось? Вот то же самое с тарифом и вообще с самим проектом «Мусульной формы». Ничего не изменилось, но стало дороже. Логика понятна, да. А еще вы написали, ссылку дали, да, на своей странице в соцсети, например, коллеги из своего Кировского написали, что вы обратились в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить, что это за квитанции такие регулярно приходят в наши почтовые ящики. Думаю, что все их видели, наверное. К сожалению, наверное, стоит признать, что клюнули, да, наверняка люди на это. Я не знаю, может, у вас есть какие-то примеры. Действительно. В общем, речь идет о проверке водосчетчиков, квитанции очень похожие, то есть листовки очень похожие на квитанции, там, ну и так далее. Когда ждете ответа из УФАС? Ну, 30 дней срок, да? Да, значит, ждем, значит, идет сейчас проверка. Ну, конечно, в данном случае мы по большей степени, почему там УФАС, это вопрос нарушения рекламы, потому что вопрос вообще, имеет ли там организация лицензию, где платят ли налоги, это вообще отдельный вопрос. Ну, да. Сложно доказуемый, потому что там указан только сотовый телефон. Но проблема существует, поэтому мы, ну, безусловно, это такая, опять же, там, я вижу инструмент воздействия такой, чем просто вызывать там, к их там, какой-то совести и человечности, потому что из последних случаев, там, ну, это все газоанализаторы, то есть это из этой же серии, там, да, когда там, мой сосед там, купил за несколько тысяч там, газоанализатор, который стоит на порядок дешевле. Опять же, поддавшись на ту рекламу, которая там есть, не прочитав там, опять же, между строк, привыкнув верить тому, что напечатано. Поэтому я надеюсь, что данная организация конкретно, или это даже физлицо, потому что, повторюсь, штрих-коды не действующие, все QR-коды это ничего не дали. То есть это все проверяли, либо. Да, да, это все либо. Не сканируется. Значит, да, сотовый телефон, поэтому понятно, что возможно, там, к сожалению, там где-то это организация найдется, не найдется, но как минимум для всех остальных, там, я надеюсь, это будет уроком, что точно нужно взвешивать, и что мы опускаем в ящики, и отвечать за свои слова, потому что в данном случае это, безусловно, грубейшее нарушение там, закона о рекламе, введение в заблуждение, там, и просто на это, наверное, там, мало кто обращал внимание, хотя в других регионах есть практика, и я надеюсь, что если все-таки же организацию найдут, то ее как минимум там оштрафуют, там, и впредь всем будет неповадно. Но основанием-то для вашего обращения в антимонопольную службу жалобы ждали, да? Да, то есть квитанция пришла. То есть, ну, я честно скажу, я такие квитанции, мы, безусловно, все мы получаем регулярно. Просто, наверное, большинство их просто молча выкидывают, даже особо не читая, как бы, да. Но ко мне обратилась как раз там жительница вот, из соседнего дома, там, понимая, что это такое, она говорит, ну, давайте как-то уже прекратим это безобразие, потому что там она там, понимает, но говорит, я вот, например, понимаю, что в том числе предполагаю, что люди старшего поколения поддадутся на эту уловку и надо как-то наказать. Ну, вот отсюда пошло это движение, там, в принципе, квитанция реальная, то есть мы там, она массово прошла по конкретному дому, ну, там, в принципе, вопрос. Продолжают они приходить. Да, поэтому, надеюсь, как говорят, соответствующие органы разберутся, и волна должна там быть сбита, вот, потому что в свое время там ряд организаций, ну, ФАС, это их задача, там, я знаю, что ряд организаций коммерческих за недостоверную рекламу, там, прижимают достаточно сильно то, что происходит в средствах массовой информации. Но это, понятно, тот случай, когда они не могут углядеть, если нету к ним обращения. Поэтому, я надеюсь, сейчас они обратят на это внимание и будут каким-то образом воздействовать на них. Минута полторы у нас буквально остается. Как депутат, как родитель, прокомментируйте, пожалуйста, новость от Вятского госуниверситета.
университет провел анкетирование выпускников, выяснилось, что около трети абитуриентов у нас хотят быть режиссерами, актерами, сценаристами, и около трети опять-таки хотят учиться в другом городе. Печально вам? Ну, по поводу последних. Да. За режиссеров, актеров, сценаристов-то, наверное, порадоваться можно. Да, а за другие города, конечно, печально, но это факт. Значит, потому что с чем это связано? Однозначно связано с той ситуацией, которая сейчас есть, и с той, как она подается. Потому что с точки зрения профессии, там, опять же, в свое время все хотели в мое время стать космонавтом, не потому что это было объективно всем дано с точки зрения здоровья, потому что это популяризировалось. Но это была мечта. Мечта, это, да. Мечта. Потом все хотели стать уже в нулевые там, банкирами. И сейчас там, ну, опять же, то, что есть, к сожалению, пока рабочие профессии по-прежнему не являются там топовыми в плане предложений, хотя я знаю, попытки в этом плане есть там и у власти. Ну, вот, поэтому идут в творческие профессии, где, кажется, работа легче, а денег больше. А почему не наш город? Ну, к сожалению, пока, опять же, за счет того, что есть интернет, он не показывает всю картину, но наши школьники и будущие выпускники вузов, в том числе, которые уезжают из Кирова, они видят, что ситуация в других городах, она, к сожалению, лучше, чем здесь. Позитивнее. Позитивнее, да. Живее – это не всегда даже вопрос там, погоды, экологии, это вопрос как готовности жить дальше. Так что в наших силах, чтобы все так же менять. И это не, точно не в качестве образования. То есть, потому что, закончив политех, я понимаю, что это круто. Да, просто время, да, заканчивается у нас. Режиссер нас подсказывает. Спасибо, Михаил Ковизин, депутат Кировской городской думы. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо, до новых встреч.